Пять молодых, интересных, свободных девушек выбирают себе парней. Напротив героинь расположена сцена с занавесом. Он опускается всего одну минуту. За это время герой должен заинтересовать собой девушек. Если он понравится одной из них, она остановит занавес. Но если парень зацепит сразу несколько девушек, то тогда уже он будет делать свой выбор. Давайте познакомимся с нашими героинями. Диана, 25 лет, рекламист, увлекается модельным бизнесом, соблазнила преподавателя перед экзаменом. Ищу парня с большой изюминкой. Марина, 22 года, студентка, делает видеоролики, красила волосы в синий цвет. Ищу яростного юмориста. Наташа, 18 лет, студентка, увлекается боди-артом, за 3 часа разрисовала 10 парней. Ищу натурщика. Диана, 26 лет, хореограф, любит промывать мозги, подралась с личной охраной. Еще свежее мясо с кубиками. Света, 21 год, студентка, любит танцевать, за шоколадку побрилась наголо. Зажги во мне огонь. Здравствуйте, девочки, меня зовут Лерник. Вы все вообще обалденно красивые. Мне 19 лет, и я работаю. Пришел за любовью. Если вы не верите, то мой конь на улице, он белый, а я ваш принц. Большего ждать не нужно здесь, ничего. Если честно, женский пол для меня... О! Что он означает? Я 1.5 года был в отношениях и хочу более серьезные отношения на сегодняшний день. Если вы будете сидеть и просто смотреть, искать кого-то лучше, то, пожалуйста, можете искать, без проблем. Вот у тебя нету денег, но ты пригласил девушку на свидание. Как ты ее развлечешь? Как вы будете проводить время вместе? Улыбкой и головой. Вот все, что нам нужно. Наш разговор, это будет самое интересное. Все самое развлечение будет в нем. Больше ни в чем. О чем я расскажу девушке? Я ей расскажу о своем пальце. Банально, вот смотрите, какой он хороший, да? Мне тоже нравится. Да, помимо этого, есть еще много чего интересного. Я могу часами стоять около зеркала и играть своим лицом. Это очень прикольно и очень красиво, по крайней мере, для меня. Ты упомянула о том, что можешь играть лицом перед зеркалом. Можешь что-нибудь продемонстрировать? 2-3 эмоции. Грусть, радость и страдание. Грусть, радость и страдания. Девчонки, мне кажется, вы все такие земные, простые, а мы с этим парнем устроим такой космос, так что я тебя выбираю. Будем строить рожи вместе, давай им покажем что-нибудь прощание. Мальчик подготовился, костюмчик погладил, запонки начистил. Такой вышел, вот это движение его пальчиком, это вообще был прям фэшн. Такой полный, да, я уже прям представила, как он, кнопку не нажал. Они лежат. Кстати, парочка, думаю, хорошая получится. Она обитает вся такая в космосе, и он перед ней стоит с этим пальчиком, и она его разрисовывает. Я думаю, нормально что-то получится Да они, мне кажется, они совсем разные, вообще не подходят друг другу. Она, ей нужен другой, почему более такой какой-то. Ну, она яркая, как это, он рядом с ней вообще. Ну, а вот она яркая, может, она, наоборот, сможет зажечь в нем что-то. Она, мне кажется, такая девушка, которая может зажигать. То есть он вообще не яркий ни разу, нет, да? Нет, знаешь, я думаю, что он очень легко поддастся вот ее вот этому вот, ее такой харизме и такое у нее пробивное всегда вперед. А он, мне кажется, спокойно пойдет и будет исполнять все ее желания какие-то. Ну, не знаю, как-то смешно. Мальчик, видно, что кровь-то в нем... Эх, ну играет что, так, что ради женщины. Знаешь, что прикол будет, когда через там, пару месяцев заходишь в галерею какую-нибудь и видишь картину, где он стоит перед зеркалом, а на самом деле нарисовала она его. Вот это вообще отличный альянс будет. Наташа, 25 лет, певица, любит творчество, летала на дельтаплане. Мне нужен стильный чувак. А вы серые вообще девочки, поэтому сегодня я заберу самого лучшего парня. Привет, девчонки, меня зовут Володя. Если вы пойдете со мной, вам будет однозначно весело. Сейчас я вас попытаюсь немножко развлечь. Абрамецки с бандагане, йобимиды с ушамане, зойки с вегес продервонес, эпулинде пусионес.
На самом деле, это детское стихотворение, о котором рассказывается о пастушке, который пас овец, бежал зайчик, проскочил у него между ног, и пастушок упал. Ты можешь немножко рассказать вообще, чем ты занимаешься по жизни? Я закончил режиссуру эстрады. Вот, работаю по профессии, позиционирую себя еще как фотохудожник, пишу сценарии. Давай, забирай его уже, иди. А на русском стихотворении можешь прочитать? Да, свои. Индивидуальность ее не в буквах фамилии, образы красноречивее слова. Пусть главного отношения к жизни, и падать в небо она готова. А рост, вес значения не имеет. Главное то, во что она верит. Такой весь начитанный, грамотный, умный, такие выражения. У тебя были серьезные отношения? Сколько они продлились по времени? Самые серьезные. 3,5 года. 3,5 года, и что? Что случилось в итоге? Ну, уехала. Не подошли характерами? Не-не, моя избранница уехала в Шотландию, там осталась. А ты не захотел за ней после этого? За любовью ты нет, не готов поехать. Ну, скажем так, время показало, что не готов. Ты мне очень понравился, больше мне понравились именно твои стихи. Я очень хочу сходить с тобой на свидание и услышать, может быть, что-то из твоего личного репертуара. Я тоже хочу с тобой пойти на свидание. Надеюсь, ты выберешь меня. Я подтверждаю свой выбор, и я надеюсь, что ты пойдешь со мной на свидание. 3 девушки подтвердили свое желание. Значит, право выбора за героем. Девчонки, как вы думаете, чем закончится наше первое свидание? Но я думаю, что свидание может закончиться прыжком с парашюта, например, или каким-то совместным фотосетом. Я думаю, что наше свидание может вполне закончиться поцелуем. Я вижу закат, полнолуние, свечи. В принципе, не обязательно, достаточно полумрак. Но я знаю точно, что утром ты будешь делать зарядку. Девчонки все красивые, все клевые. Я убедился в этом. Я так и думал, когда шел на эту передачу. Ну, и я все-таки определился со своим выбором, и я выбираю Марину. Я не знаю, вообще капец, просто как она его выбрала, она в принципе еще ничего, да, но он коричневые ботинки, джинсы, я не знаю. Да не забей, переодеть можно, как бы это нормально. У него, ну, он интеллект, у него на лице написан. С ним может быть очень даже интересно. Он вообще попал на самом деле по полной, потому что она настолько амебная, а как бы ему нужна мамочка. Я вообще в шоке. Я на самом деле реально в шоке. Потому что, ну, хорошо, нет, стихи замечательные. Парень очень классный, конечно, от мяса далек, но, в принципе, поработать с телом – это не вопрос, это не проблема. Это как бы женщина, пластилин, все ровно. Но она никакая. То есть, парень такая, ну, там, я это... Он тебе реально понравился? Но из него можно сделать. Я бы его выбрала только в коммерческих целях, для того, чтобы он мне сделал бесплатно фотосессию. Сюда приходят знакомиться, они с какими-то там, да, коммерческими целями, мне кажется. Что такому мальчику нужна именно такая вот мамочка, которая будет его вести за собой, а он будет идти за ней. Он вот прочитал свои стихотворения, типа такой, неважно, толстая ты, худая, важно, какое у тебя духовное, там, внутренний мир, твой ля-ля-ля. В итоге выбрал, ну, как бы, стереотип. Ну, пофиг, пусть он блондая выберет. Он не ответил за свои слова, значит, не мужик, все, давай. Алина, 18 лет, студентка, любит фото, начала встречаться с лучшим другом и потеряла друга. Требуется парень. Привет, девочки. А что, понаряднее надеть не нашлось? Ничего, да? Ну, печально. Привет, милые девушки. Меня зовут Василий Кленов. Я студент школы Родченко, изучаю там современное искусство. И хочу вам немного рассказать о себе через такую презентацию с текстом. Славой Жижек, прочти все 7 книжек. Жан-Поль Сартр будет твоим отличным стартом. Жиль Делёз. Из грез всех девушек. Мишель Фуко, с ним нам будет легко. Я хочу заявить, что чтение – это сексуально, и что первое наше свидание пройдет в библиотеке, а только
Я, ты и Гегель. А вот ты говоришь, чтение это сексуально, отлично, все, я тоже люблю читать. А кроме книг, что предложить можешь? Если говорить о моих увлечениях, мне нравятся прогулки ночные по городу, я люблю кататься на велосипеде и плавать. И мне будет приятно сделать это вместе с тобой. Почему свидание в библиотеке? Тебя не смущает, что там очень много народу? Пыльные книжки. К сожалению, это иллюзия, что в наших библиотеках много людей. Они довольно часто пустуют. И там настоящая спокойная тишина, в которой можно предаться интересной беседе. И, кроме того, уединиться между рядов и полок. И это будет самое уникальное этого впечатления. И как часто ты бываешь в библиотеках? Почти каждый день. Ты вот мне открыл новый мир, фактически секс в библиотеке между полками. И неважно, пыльный или нет. И вот мне интересно, а есть еще такие места, типа библиотек, где можно уединиться, постигнуть азы, так сказать, прийти к общему консенсусу? Музей открывает новые пространства спокойных, безлюдных помещений среди чучел животных, среди схем и экспонатов, в которых наиболее страстный и неожиданный секс может произойти. Кроме того, есть крыши домов. У тебя в постели это когда-нибудь было? Моя постель выглядит как место, окруженное книгами, и оно, естественно, тоже инспирировано этими книгами как место для секса, и поэтому там, то есть у тебя дома тоже музей? Нет, не музей, а именно библиотека. Такая... библиотека. Как бы, да, моя коллекция книг. Ты прикольный парень, и я с удовольствием бы сходила с тобой на свидание. Ну, что тебе сказать, ты прикольный очень, и в библиотеке это, по-моему, круто. Если ты обещаешь напечь мне печенье, я тебя выберу. Две девушки подтвердили свой интерес. Теперь выбор за героем. Что вы выбираете, Пушкин на крыше или Толстой в музее? Я выбираю Пушкина на крыше, потому что я люблю небо. А можно я Есенина на крыше? Мне как-то он более симпатичен из поэтов. А девочки, вы обе очень милые, я бы... совместно почитал с вами с каждой из вас, но я подумал и решил, что я выбираю Диану. Yeah. Ура. То есть я пойду. Девчонки, всем удачи. Я в библиотеку. Читать Есенина. Молодой человек, умный, начитанный, все хорошо просто. Чей-то, может быть, даже идеал, но не мой. Я не готова просыпаться в обнимку с книжками, чтобы мне там в бок что-то упиралось вместо того, что надо. Какая-нибудь твердая обложка. Нет, я этого не хочу. А Дианка молодец. У нас мы только что, по-моему, лишились последней девственницы на этом свете. И подход его понравился. И все мне понравилось. Но я зассала. Уже слил бы, потому что когда две Дианы конкурируют, кого-нибудь по-любому сливают. Одну уже один раз слили, второй раз я пока не готова это пережить. А ты вообще сиди, отдыхай. Не выбрал тебя, потому что не нужно одеваться как папай. Понимаешь? Это не нравится мальчикам. Они мне сами говорили. Диана просто намного круче, чем ты. Она выглядит намного сексуальнее, вот. Поэтому я думаю, он ее выбрал. А ты так, швабровка. Думаю, что переживу. И я не попас. В принципе, симпатичная девушка, найду парня. А выбрал он Дианочку. Наверное, он любит Есенина просто. Пусть они чпокаются в библиотеке давно уже. Она девственница. Я думаю, что он ее научит правильному действию. Вот, и покажет, что такое вообще секс в нашем молодежном мире. Аня, 23 года, журналист, обожает танцевать стриптиз, соблазняет друзей своего парня. Ищу умного и не банального. Ну что, привет, королева Мухосранска. Хоть первая стильная девушка пришла к вам. Привет, девчонки. Меня зовут Николай. Можно Коля, можно Николя, как угодно. Я взял с собой апельсин, да? У нас с ним много общего. На самом деле апельсин, оранжевый цвет, это позитив. Соответственно, я сочный, сам соку 25 лет. Ну, мега позитивный. Вообще, моя мечта стать будущим шоуменом. Например, там какую-нибудь кулинарную передачу сделать. Да, у меня, конечно, много конкурентов. Там Ургант, придется его там перекупать и так далее. Ну, я думаю, мы договоримся как-нибудь там. Вот. А почему? Потому что я офигенно готовлю борщ.
Какое необычное свидание ты устраивал в своей жизни уже? На мешках с изюмом. Я изумительный после этого просто. Расскажи про какой-нибудь такой брутальный поступок, такой жесткий, там, ну, типа там бабушку спас, я не знаю, от грабителей. Это реальный случай. Стоит бабуля, как раз по поводу бабули. Это было в деревне, да. Иду утро, сонный и так далее. Вот, она говорит, там что-то лежит в воде, там горная речка протекает, что-то лежит. Ну, что-то лежало, это бухарь там лежал, вот я его оттуда доставал. Но это было начало декабря, то есть это было холодно, и была холодная вода. И он очень был тяжелый, потому что мне было сколько лет, 16. Я реально окоченел, но не заболел после этого. У тебя есть какая-нибудь отрицательная черта твоего характера? Может быть, слишком эгоист, наверное. Эгоист? Бывает иногда, да, но я могу подстраиваться. Ты так как эгоистичный, ты себе многое позволяешь. Это что ты себе многое позволяешь, ты девушке позволяешь? Или у девушки ограниченные права? Да, я, в принципе, в этом демократичен. То есть нужно договариваться уметь. Я подтверждаю свой выбор. И даже могу сказать, что я бы не отказалась быть выжатой, как этот апельсин. Ты меня впечатлил, в принципе, ты мне очень понравился. Кстати, хорошо гармонируешь с этим апельсинчиком. И я подтверждаю свой выбор, я хочу пойти с тобой на свидание и тоже стать изумительной. Две девушки хотят на свидание. Теперь парень выбирает одну из них. Покажите вы себя во всей красе, то есть во весь рост, и блесните чем. Девчонки, вы обе очень клевые. Реально, вы мне очень понравились. Мне, ну, то есть, мои ожидания оправдались. Я хотел увидеть здесь симпатичных девчонок, и я их увидел. Мне сложно было выбрать между вами. Вы очень обе, у вас есть, да, у каждой свое. Какое-то своя изюминка, скажем так. Ну, я сделал свой выбор. И это будет... Диана. Опа! Остановись, детки! У меня прессованные, все нормально. Но есть в нем вот эта вот харизма, веселый, очень позитивный, то есть прям два оборота зажигает. Но Дианке повезло больше. Пусть они прессуются, удачи. Ты, я думаю, будешь сидеть здесь вообще, блин, я не знаю еще сколько времени, потому что с твоим ростом невозможно вообще подобрать, мне кажется, парня, ты лошадь. Он тюфячок, она такая грубая, мужик. Я думаю, она возьмет всю инициативу в свои руки, и он будет печь ей блинчики. Ну, ты, Свет, ну, прости, мне кажется, дяди Степы уже не будет. Дяди Степы не будет, борща не будет, ну, а ты тюфячок. Ты сегодня на диете. Да, я сегодня на диете. В сексе я люблю вот так грубо, что подошли, схватили, обняли, прижали к стенке. А он так явно бы со мной не смог, поэтому я его и не выбрала. Ну а что касается тебя, Света, понимаешь, противоположности всегда, как правило, сходятся. Вот Диана, вот она вот такая, она сама его к стенке быстрее прижмет. Они разные, поэтому вместе, плюс на минус, а вы бы с ним как два Винни-Пуха были. Два Винни-Пуха это как раз таки и есть одна ты целая. Наташа, 25 лет, модель, обожает танцы. В Милане сбежала с фотосессии ради итальянского матча. Я ищу себе заводного парня. Привет, сучки. Видите, пришла секси-блонд. Думаю, у вас есть повод напрячься. Здравствуйте, девушки. Меня зовут Михаил. Я приехал к вам сегодня с температурой, потому что мне сказали, что здесь будет 5 прекрасных, великолепных принцесс. Я действительно это вижу, красавица. Я не умею ни плясать, ни варить, ни борщи, никакие чаи заваривать тоже не умею, да? Я умею любить. Я, если влюбляюсь, то я становлюсь джентльмен, рыцарь, замечательные цветочки, романтические свидания, какие-то сумасшедшие стихи начинаю сочинять. Дамы, дамы, нажмите, пожалуйста. 39 температура, простуда, только ради вас. Приехал, серьезно. Очень 70 километров проехал на телеге. Это сейчас упадет все. В общем, история жизни такая. Варил я вчера борщ с Колей, да, с предыдущим участником. Борщ варил лучше, чем он, действительно. 1,85 м меня не очень интересует. Да, там какие-то задирания лифчиков, там тем более, да. Не брутальный, молодой, маленького роста, не симпатичный, да, это не про меня. Про меня, что
Люблю, когда жмут большие шары, кнопочку, девочки, до свидания. Рад был повстречаться. У тебя очень строгий взгляд. Всем удачи, счастья, здоровья, до свидания. Скажи, какой самый самоотверженный поступок ты ради девушки совершал или готов совершить? Я сбросил много всяких вредных, ненужных привычек ради девушки, да, каких-то... Терпел ее маму, например, да, для меня это был большой... Я же, да, то есть, да, дарил собачек каких-то, смаж, которых не, на которых у меня аллергия. То есть, ну, достаточно смотрю. А готов на все. То есть, вот я, ну, влюблюсь в тебя, конечно, может быть. Да, влюблюсь. Я готов на все, конечно, дорогая. Скажи, а какой ты считаешь способ или метод лечения тебя, чтобы ты вот прям мгновенно так выздоровел? Чтобы на тебя подействовал? Чай с медом и секс. Хороший, качественный секс. Хороший такой медовый секс. Горячий, как чай. То есть у тебя опыт уже есть такое, да, лечение? Ну, я только так лечусь. Я решила дать тебе шанс, ты его не оправдал, свободен. Миша, меня ты не разочаровал, ты мне очень кажешься привлекательным человеком, и я с радостью тебя полечу. Ура! Ура! Медсестричка моя ко мне, аккуратненько. Ой. До свидания, стервочки! А вам так и просидеть там дальше, выжидая своего принца. Симпатичный, веселый. Это сыграло вот мой такой небольшой недостаток. Сглупило, чуть-чуть струсило, может быть, где-нибудь так. Но они идеальная пара. Мне кажется, они даже чем-то внешне похожи. Я думаю, у них что-то может получиться. Эта сучка пришла, назвала сучкой меня, оскорбила, да, блондинка, вот. Я думаю, что они достойны друг друга, вот. Он, в принципе, так, ну, мое мнение, да, не особый чувак. Вот, ну и она такая же, вот. Ну вот пусть идет и карусит там, я не знаю, хоть что с ним делать, мне вообще пофиг. Слава богу, она ушла. Я не люблю мужчин, которые вызывают жалость. А Наташа, ну... Главное, чтобы когда он обнимал, ее волосы не поотваливались на глазные. Ну, она такая, типа, аж куколка Барби, и глазками хлопает. Вот, детка, киска, бэйби, идеально. Ну, они подойдут друг к другу, я думаю. По крайней мере, на свидание сходят, чай заварят. Лиза, 18 лет, студентка, увлекается большим теннисом. Просит парней унести ее за облака. Ищу высокого парашютиста. Теперь я самая красивая, у вас нет шансов. Вау. Здравствуйте. Меня зовут Леопольд, мне 23 года. Я из Сибири, гастарбайтер. О себе ничего плохого и хорошего говорить не буду, просто зачитаю вам ритм. Мой дом и сцена, вот эта тема. Мой дом, улица, и ты не надо щуриться. Беда начала, меня братва встречала. Волна качала, я майка мама. А пуба-баба, глупые речи. Иду навстречу, меня время лечит. Корчит моя что кому-то там сдачи. Почей по челюсти, по личным ценностям. Холеным лицам, огромным яйцам. Тебе не нравится, иди проспись, красавица. Идет запись, остыли угли, и я мо-мо-мо-мо-мо-мо-же. Мерседес-бенц, Брабус, Карабас, Барабас, пятка. Я говорю, пяточка, иди ко мне, лапочка, сейчас лопнет здесь. Лапочка, печень и почка. Чики-чики-та, чики-та и будет точка. Какая девочка, какая деточка, какая милая на ней кепочка. Вся волосатая, сует мне ксиву. Вот одуелся, вот эта сила. Славил пять измен, сержант отдал в плен, махноков. Кроме вот этих вот танцев, песен, ты еще что-то можешь показать? Могу спеть. Давай. Эх, дороги, пыль да туман. Ну что, девахи, я вам как обещала, я забираю, самого позитивного, клевого, симпотного чувака на этом проекте. А вы как сидели к луше, так и сидите. Понятно вам? Пока, клушки. А они нормально смотрятся, таких два мини-мини. Прикольно, веселый чувак, такой йоу. Хочешь стать героем программы и найти себе пару? Или оказаться в кресле героини и пойти на самое яркое свидание в жизни? Звони, пиши, приходи на кастинг.